Салам алейкум, пацаны! Срочная новость! Я сейчас покажу очень легкий и рабочий способ, как зайти с нового, да, вашего устройства, да, или с компьютера, или с телефона, как зайти в новое событие, да, с коллаборацией с аниме-наборами Devil Slayer. То есть, все очень просто, все очень легко, сейчас вы все узнаете и все поймете. Друзья мои, перед тем, как я вам сейчас покажу, обязательно прямо сейчас просто поставьте лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте обязательно колокольчик, все уведомления, у меня цель добить 30 тысяч подписчиков. Конечно, не забывайте, очень важно, друзья мои, очень важно, в комментариях напишите, пожалуйста, у кого получилось, и не забывайте, друзья мои, что в Telegram-канале у нас уже раздача будет на днях, аж даже где-то, может быть, даже завтра или послезавтра будут раздаваться промокоды. Промокоды будут на одну активацию. Прямо сейчас обязательно зайди, подпишись на мой телеграм-канал, чтобы ты не пропустил ни одного промокодика. Обязательно. Ссылочка на телеграм в описании. Всем все ясно? Надеюсь, всем все ясно. Ну что, друзья мои. Надеюсь, сейчас будет все понятно и очень все легко. Смотрите. Заходим мы в события. Заходим мы в объявление. И тут, видим, ничего нету. Вообще ничего нету. Как делать? Что делать? Все очень просто. Закрывайте Free Fire. Закрывайте Free Fire. Скачивайте вот такой вот VPN. Видите самолетик? Называется Wire VPN. Скачивайте, заходите в него. Заходите в него. Все очень легко и все очень просто. Заходите, нажимаете Украина. В поиске вот тут нажимаете Украина. Нажимаете английскую большую У. Большую, только английскую У, большую. Маленькая, видите, не показывает. А если большую У, вот Украина. Нажимаете Украина. И нажимаете подключиться. Подключились к VPN. Заходите в главный экран. Заходите во Free Fire. Заходите во Free Fire. Сразу говорю, возможно, немножко будет подвисать. Возможно, будет маленькая задержка. Вот так вот, да. Возможно, будет маленькая задержка, потому что скорость, возможно, будет не такая крутая, как у вас была. Потому что через VPN всегда скорость, она немножко, скажем так, меньше. Вот, заходите через VPN. Друзья, не забывайте, сегодня вечером в 18:30 будет стрим. Стрим, где я буду раздавать вам подарки на почту. Так что после того видеоролика можете зайти спокойно на мой стрим и поиграть и получить все подарки. Так что жмем обязательно лайк на моем стриме. Видите, сразу появилось событие. Сразу появилось событие. Закрываете, заходите в событие. Заходит события. Все очень просто, друзья мои, все очень легко. Это все дается благодаря тому, что вы просто элементарно скачали VPN. Заходит события в объявление, и вот это событие. Нажимаете нажать, и спокойно можете элементарно это событие крутить и выбивать себе какие-то определенные вещи или награды. Все очень просто, друзья мои, и легко. Сразу говорю, у многих, возможно, получится, у многих не получится, но большинство, процентов, наверное, 90 получится. Так, почему не загружается? Почему у меня проблема, почему-то не загружается. Вот проблема у меня не загружается через эмулятор. Через телефон буду, у меня все хорошо через телефон, но через эмулятор не загружается. Не знаю почему, с чем, друзьям, это связано. Ну, через ПК у меня не загружается событие. Ну, оно через телефон у меня загружается, то же самое. Но через ПК у меня какой-то баг почему-то, какой-то баг. А, не, загрузилось. Выключаем мы музыку, и попробуем сейчас покрутить. У меня 131 тысяча. Попробуем выбить себе эмоции, то есть получается награды, да, то есть это все вот есть, наборы, все, поехали, поехали. Не показывать снова, потратим, друзья мои, давайте потратим 1700, посмотрим, что мы тут выбьем. С 1700, выбили маску, это очень хорошо, окей, ладно, поехали дальше. Братцы, не забывайте, после этого видеоролика сразу заходим на мой стрим. Заходим все на мой стрим, потому что сегодня в 18:30 будет большая раздача вам подарков на почту. Так что после этого видеоролика заходим на мой стримчанский обязательно. Ставим лайк, нажимаем уведомления, все, чтобы вы не пропустили мой стрим. Поехали дальше, крутим. Так, пока мы выбили одну маску. Окей, хорошо. Погнали дальше. Немножко алмаза тратится. И скорее всего мы выбиваем, что выбиваем? Набор или эмоцию? Выбиваем мы набор. Набор аниме выбили, в принципе, неплохо. Хорошо, потратили мы, грубо говоря, 1000 алмазов. 1000 алмазов, первый набор. Хорошо, поехали дальше. Пока ничего не выбили. Погнали дальше. Еще, скорее всего, тоже ничего не убиваем. Давайте потратим еще, наверное, тысячонку. Еще, наверное, тысячонку. О, рюкзак выбили хороший. Рюкзак, окей, хорошо. Дальше получается, есть.
эмоция, да? Что-то легендарное, что-то легендарное. О, набор выбили, второй набор, выбили второй набор. Поехали дальше. Теперь нужна эмоция или желтый набор. Вот этот желтый набор прям мне очень сильно нравится, прям очень сильно. По-братски, друзья мои, в комментариях также напишите, сколько вы потратили алмазов вот на эти наборы. Прям очень мне интересно. Сколько... Вот сейчас выпадет, скорее всего, эмоция. Да. А нет, не падает эмоция, странно. А почему? Эмоция, событие очень дорогое, на самом деле, прям очень дорогое. Я даже не знаю. Ни хрена себе. А что, реально такое дорогое? А что, реально такое дорогое? Ни хрена себе! Ну и ладно, последнюю тыщенку трачу. Больше тратить не буду, друзья мои. Есть, эмоция, да? Женский набор. Эмоция, есть. Эмоция, хорошо. Эмоцию выбили. Ну давай, может, еще выбьем что-нибудь? Нет. Хорошо, по 25. Нет, по 25. Возможно, по 25. Попробуем что-нибудь выбить, пока не падает. Купончик не нужен мне. Костер. Хорошо. Блин, ну охота набор желтый. Ема, мне набор желтый больше всех нравится. Вот честно, набор желтый прям больше всех нравится. Не знаю. Давайте посмотрим, что за эмоция. Оружие. События. Так, склад. Склад. Получается эмоция. Где эта эмоция? Вот она. Ой-ой-ой. Коллекция. Рюкзак есть, прочее. Наборы. Два набора есть. Раз набор. И два набор. Два набор. Ну, в принципе, наборы неплохие, друзья мои. В принципе, наборы неплохие. Офигенные наборы. Просто нереально. Космические наборы прям бомбовые. Ну, реально бомбовые наборы, прям топовые. На самом деле, очень топовые. Если бы желтый еще забрать, 127 тысяч, а было 130, да? Ну, ладно, пойдет, пока пойдет, с этим мы оставим. Если что, добьем наборчик, в принципе. По лутбоксам, ема, сколько лутбоксов мы повыбивали, на самом деле, тоже много. Друзья мои, надеюсь, всем все ясно. Все, прямо сейчас переходимся на мой стрим. Также не забывайте, братишки, у кого возникают сложности, вы себе не можете задонатить в игру, не получается. Прямо сейчас мне в ВК пишите, Дистри, я хочу задонатить. У меня не получается. И я вам помогу задонатить. Доначу я через официальный сайт GrenoShop. Через меня алмазы приходят быстро и безопасно. Друзья мои, но за это, конечно, буду брать определенную комиссию. Также не забывайте, конечно же, про настройки. VIP-настройки по очень дешевым ценам. Кто настройками будет покупать, я вам дам VIP-настройки по очень дешевым ценам. И вы по-любому будете играть очень хорошо. VIP-настройки по акции, друзья мои. На все телефоны, так что в ВК пишите, тоже приобретайте настройки. Всем все ясно. Я вас люблю, обнимаю. Переходим прямо сейчас все на мой стрим. Всем пока, вы лучшие, люблю вас.